Здесь выставка представленной фотографии сделана в 2014-2015 году в Луганске и под Киевом, в периоде для беженцев. То есть фотографии как сняты во время войны, так и после. То есть жизнь людей во время и после войны. Мирное и военное время. А Луганск во время войны был странным. Он был... Очень много слухов было, не было сообщений, не было новостей конкретных. Мы жили догадками, подозрениями, слухами, что происходит, кто где находится. Вот. Но в целом же продавалось так же точно, как и было до этого. Проблемы были те же самые. Здесь просто нет, в принципе, фона, то есть нет, нет возможности понять, где это снято. Поэтому я специально постарался подбирать такие фотографии, чтобы не было ясно, где это снято. Чтобы не было, знаете, вот по предвзятости. А вот девочка плачет, это однозначно Луганск, по-любому. Мне просто не хотелось слишком, чтобы много и грусти было, или наоборот, слишком позитивно, более так как-то объективненько. Я не хочу, чтобы они относились либо с жалостью, либо с презрением, знаете. Вот те же люди. Относитесь к нам как к таким же, точно, всем.